Здравствуйте, дорогие мои подписчики, гости моего канала Афроманго Мукбанго. Ну что ж, ветчина, хлеб столовый с горчицей. Нет, с хреном. Ой, с хреном. С хреном, с горчицей. Нет. Кетчуп, хрен. Ну какая разница-то, господи. Большая. И сыр. Прям до... Всем приятного аппетита, кто ужинает. Угу. Вкуснотища. Да, какой еще машину не читал-то? Так, а что-то читал? Так, ЗИЛ. Вот это я не буду. Так. Вот, про это. Прочитаю про ЗИЛ 4329 модель. Надеюсь, будет интересно.
Надо. Извините, это у нас семейная. Не знаю, у меня такого нет. Так будет. Нет. Не вечер, как говорится. Уже не ночь. Еще не ночь, точнее. Значит, прочитаю про автомобиль после того, как поем. Венчинка просто тает. Сочная ветчина прямо. Thank you.
Ой, очень вкусно. Ой. Вкусный чай. Мигрень только за несколько лет. Сейчас не первый год. Мы к этому вкусу уже привыкли. Где? Вот это не знаю. Не знаю. Не написано? Ну, не знаю. Это ужас какой-то. Это кошмар. Стала была и красивая девочка, стала бабайка. Угу. Это что такое? А? Это знакомое лицо. Это с этого. Юлия Волкова. Ну, ваша.
Это. Певичка. Ну, певица, да. Там. Нас не догонят. Сейчас она депутат. Нас не догонят. Депутат она. Нас не догонят, песня. Да. Люди, по-моему, над собой издеваются, честно слово. Захарова какая-то была, какая есть. Угу. А это кто? Это Мадонна, что ли? Угу. Единеева. Да, ведущая «Покой ночи, малышей». Угу. Да? Конечно. А это, которая играет бойца. Да. Женщина-боец там или как-то. Угу. Да. Это ужас. Это ужас. Татьяна Сталлоне. Сталлоне жила? Жена, что ли? Это мама. А, мама? Да. Ага. Тоже какой-то кошмар. Да. Не говори. А Микки Рурк был какой красивый мужчина, а теперь какой? После пластических операций. Людям девать деньги некуда. Трамвайки наши. Они решили себя уродовать. Угу. То, что было, как сейчас. Да, было, что было и что стало. Угу. Ну, дома-то оставлены, только их перекрасили там или как-то. Угу. Да. Отреставрировали. Конечно. Угу.
Нижнего этажа, по-моему, нет. Или есть? Есть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, да? А тут сколько? Раз, два, три, четыре, пять. А где шестой? Надстроили, что ли? Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два. Три, четыре, а, пять тоже, да? Я неправильно посчитал. Это называется, найди 10 отличий, да? А какие отличия? Просто время другое, да? Во-вторых, дома все перекрашенные, отреставрированные. Переделанные, да. Переделанные, надстроенные, надо. Там какая-то произошла, может быть, это наружная какая-то, может быть, реставрация или что-то. Или ремонт. Дома очень старые, поэтому вся Петроградка старые дома. А. Знаешь, да, ту башню-то. Это где? Это? А, политеха. Угу. Гидробашня. Угу. Смотрите. Водонапорная. Что, а что внутри там? Давай посмотрим, что внутри. Угу. Угу. Внутри тоже красиво. Да, винтовая лестница. Угу. Красота. Угу. 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 Простенько, но красиво. Ну, там что-то переделывают. Угу. Вот. Тоже старинная, тоже эта башня старинная. Сам политех тоже. Конечно. Начало 20 века, наверное. Или конец 19-го. Вознесенский. Какой-то там. Был такой самый поэт Вознесенский. А другого Вознесенского я не знаю. Может быть, его отец или родственник? Основатель кафедры гидромашиностроения. Угу. Угу. Может быть, это на фамилии. Вот одна эта башня это. Угу. Подкреплена. Угу. Памятная доска. Угу. Да. Если вот так вот смотришь, что наш город такой красивый вообще. Угу. Там же старые здания, старинные здания есть. Угу. Угу. Петропавловка сама, самого основания Петра Первого. Да. Петроградка, да. Петропавловка, нет, Петропавловка, да. Ой, наверное, уже наелся. Спасибо, мама, очень вкусно было. Ой, здесь не есть. Положи на хлеб, что там остатки. Угу.
Это какой-то ужас. Уродина какая-то вообще. Нас так себя изуродовали. Это ужас какой-то. И они считают, что это очень красиво. Еще чай? Угу, да. Да, это Успенская. Угу. Тоже. Пласт операции Фёдорова. Угу. И какой-то кошмар. Грязных танцев. Да, да, грязные танцы. Я вот вспомнила ее, она молоденькая. Да кто там? Да, да, я ее по лицу вспомнила. Патрика Свейзи уже нет. Да. Да. Просто Мария. Чего? Помню. Да. А где она? Вот это? Да. Ну что, она ничего не делала. Да. Такая же красивая, как в молодости. Да, 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 конечно. Очень красивая женщина. Виктория Руффо ее зовут. Угу. Я запомнил. Виктория или Виктория? Виктория Руффо. Виктория. Я запомнил. Победа. У нас пришла девочка. Что за победа? По имени Виктория. А это кто? Не знаю. Это какой-то ужас. Мамам, да. Лёне Голубковым, да. Куплю жене сапоги. Ты его жена? Да нет, конечно. Ну что? А она при чем? Я говорю, что актер-то Пермяков там снимался с этой. Ну? С Викторией Руффо. А-а-а. В рекламе МММ. А это кто? Не, я не знаю. Его дочь? Нет. Ты что, нет? Вообще другой человек. Она нисколько не изменилась. Такая была красавица, так и есть.
60 лет. Ей? Да. Ну, 60-летней звезде, просто Марии. Вкусная. Да, это лобода, это. Угу. Лепешки какие-то. Лепешки. А это кто? Киркоров. Что это у него? Взрывно-макаронная фабрика. Ой, вкуснотища. Ну что ж, прочитаю про грузовой автомобиль.